Почти 400 маршрутных такси в Омске объявлены вне закона. Мэрия расторгает договор с перевозчиками, которые не заменили «Газели» на вместительные автобусы. Напомню, частники должны были избавиться от небольших микроавтобусов до Нового года. Однако почти полсотни предпринимателей запрет проигнорировали. С ними расторгли контракты. И «Газели» с 1 марта будут объявлены вне закона. Отмечу, что они работают на 30 городских маршрутах. На их место департамент транспорта планирует поставить машины хотя бы средней вместимости, то есть микроавтобусы иномарки.